День солидарности в борьбе с терроризмом в Москве возле памятника жертвам Беслана напротив храма Пресвятой Богородицы на Кулешах состоялся митинг памяти. День солидарности в борьбе с терроризмом связан с величайшей трагедией в новейшей истории России. С трагедией, которая произошла в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года. Тогда, ровно 10 лет назад, заложниками террористов стали 1127 детей и взрослых, которые были захвачены в Бесланской школе номер 1. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Траурное мероприятие посетили мэр Москвы Сергей Собянин, члены Московской осетинской общины, студенты московских вузов, выходцы из Осетии, бывшие заложники, члены Совета Федерации РФ и депутаты Государственной Думы. Была объявлена минута молчания, а в небо отпустили 334 белых шарика по числу погибших людей. Присутствовавший на митинге председатель Российского конгресса народов Кавказа Асламбек Пускачев призвал объединиться во имя мира и жизни в нашей стране. Сегодня 10 лет трагедии в Беслане, величайшей трагедии, которая произошла в новейшей истории России. Этих трагедий в нашей стране было много. И сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память невинно убиенных детей и взрослых. И не только почтить память, но и собрались для того, чтобы напомнить живым, что такое не должно повториться. Это в первую очередь нужно нам. Мы не можем допустить, чтобы у людей было привыкание к подобным вещам. Мы должны помнить, что каждое существо, особенно дети, это наше будущее, и мы должны сделать все, чтобы сохранить их жизнь, чтобы им обеспечить счастливое будущее. И сегодня мы собрались для того, чтобы все оставшиеся живых создали такую атмосферу в нашей стране, чтобы горела земля под ногами бандитов, и чтобы в будущем не допустить подобного явления. Давайте объединяться все во имя мира и жизни в нашей стране.